Ну а знаете ли вы, как задать тон своему интерьеру, создать новый облик своего дома? При этом не нужно делать ремонт, клеить обои, красить полы, ламинат перестивать. Достаточно только повесить новый комплект штор, ну, и добавить, конечно же, покрывало. И вы создадите готовый ансамбль своему интерьеру. Такой роскошный, такой торжественный, ну и, конечно, такой королевский. Я не удивлена, почему это находка дня. Да действительно, сколько нужно магазинов побегать, чтобы одну портьеру за 3000 рублей найти? У нас две портьеры, понимаете, да? Две портьеры, значит, 4 метра. Сколько одна портьера? Олечка, ты правильно сказала, 4 метра, потому что ширина одной портьеры у нас целых 2 метра. И сейчас мы это увидим во всей красе. Оль, ты знаешь, на самом деле, благодаря размеру мы можем совершить уникальные вещи. Мы можем визуально сделать комнату больше. Вот смотрите, наши портьеры висят на окне непосредственно, но вы можете развесить ее по всей стене за счет своего размера. Также обращаю ваше внимание на вертикальные полосы на наших портьерах, что поднимет высоту ваших потолков. Поэтому это идеальное решение для любой комнаты, Оль. И для просторных комнат, гостин, и для небольших. Мне еще очень нравится, Катя, что здесь такой ненавязчивый принт, он спокойный, вроде насыщенный, да? Вот я смотрю, здесь и шишки, да, вот красивые, и лепесточки, все переплетается друг с другом. Золотая тема, по-моему, вписывается в любой интерьер. Да, например, у меня золотые обои. И в то же время это все как-то не гиперярко. Оль, действительно, не гиперярко, очень сдержанно, лаконично и, конечно же, элегантно. И я хочу отметить, что шторы в золотом и коричневом цвете, они идеально будут сочетаться в любом интерьере. Такие оттенки украсят классический современный дом, который приобретет роскошный и величественный вид. Прекрасное решение для гостиной, великолепное решение для вашей спальни. Кстати, для спальни, Оль, еще и будете высыпаться. Вот, это правда. Ты знаешь, мне очень нравится предложение, которое, знаешь, можно зашторить и выспаться. У меня есть такие шторы, которые, к сожалению, не пропускают свет. Знаете, когда выходной день, до 12 хочется поспать, не получается. Солнышко и в правый, и в левый глаз светит и светит, и пора просыпаться. Друзья, давайте сейчас посмотрим, за счет чего блокируется свет нашими шторами. Оль, блокируется не на 100%, скажу так, но очень хорошо рассеивает, задерживает, поэтому будет такая комфортная атмосфера, комфортное освещение в вашем доме, располагающее ко сну, поэтому вы еще и будете высыпаться и наслаждаться своим сном. Вот, кстати, обратите внимание, когда не было плотных портьер, солнце било прямо в глаз, но только мы повесили наши портьеры, сразу все поменялось. Вот так, смотрите, как здорово работают на наш комфорт еще эти шторы. А вообще хочу сказать вам следующее. Когда вешаешь новые шторы, все, сразу не только настроение меняется, сразу жизнь меняется. Такое ощущение, что в другую квартиру переехали. Попробуйте. Заказываем шторы, и наш дом становится эталоном стиля и роскоши. Ведь наши шторы изготовлены еще из самого элегантного и изысканной ткани всего мира. Это шелк. Шелк, боже, как он переливается. Но многие, Катя, сейчас расстроились. Подумали, мне не нужны шторы из шелка. Я вспоминаю свою шелковую блузу. Однодневочку капнула и не отстирывается. И, к сожалению, химчисткой только химчистка. Олечка, но только не в нашем случае. У нас не просто шелк, у нас декоративный шелк, который, между прочим, будет служить без потери качества 10 лет. Слышали? Повторю для тех, кто не слышал, и посмотрите на эту изысканность и нежность. Вот эти, именно эти шторы вдохновения будут служить без потери качества 10 лет. Они не будут выгорать, они не будут давать усадку, они будут такими же яркими, такими же изысканными через 10 лет. Итак, 10-летняя гарантия, вот это да! Катюш, еще такой вопрос созрел у наших телезрителей. Как будем крепить штору? У кого-то крючочки, у кого-то крокодильчики. Олечки, ну на самом деле и здесь производитель нас порадовал, потому что у нас универсальное крепление, шторная лента, ведь она подходит для крючков, для крокодильчиков, просто для штанги. Вот, кстати, мы в данный момент ее видим на экране. Оля, ты знаешь, сколько будет стоить пришить только одну шторную ленту? Сколько? Минимум 1000 рублей, это минимальная стоимость.
стоимость. Вот так. Плюс 1000 рублей, а ни за что. Нет, ну у нас она уже на наших шторах. Вот, и мне это очень нравится. Итак, все включено, как говорится, all inclusive, да? Да. Только дозвониться. То есть мы еще экономим на шторной ленте. У нас готовое решение для вашего интерьера. Готовый отшитый комплект. Оль, ну у нас еще есть одна причина для экономии. Какая? А мы будем стирать шторы дома, а значит, экономим и время, и деньги на химчистке. Ну вот, то есть получается, мы будем их стирать дома, правильно я тебя правильно понимаю? Но и при этом, даже сколько бы мы ни стирали, 10 лет гарантии все равно у нас есть. Есть 10 лет гарантии, но стирать их придется крайне редко, потому что атласное плетение, декоративный шелк отталкивает от себя пылью. Во-первых, это забота о вашем здоровье. Это идеальное решение для людей, которые страдают аллергией. Ваш дом будет чистый, ваш дом будет всегда наполнен свежестью. И стирать вам придется их гораздо реже. Слушай, потрясающие шторы, переливы вот эти мне очень нравятся. Знаешь, прям яркости интерьеру добавляют. Вы и тюль можете заказать на нашем телеканале, либо на нашем сайте. А наши операторы подскажут, как это сделать. А я бы хотела спросить тебя, да, ты же у нас как дизайнер еще работаешь. Может, подскажешь какие-то вариации, как мы можем вот использовать наши шторы? Но именно поэтому я сейчас и открыла наши портьеры для того, чтобы вы видели, какой еще образ вы можете подобрать для своего дома. Более законченный, более гармоничный, более лаконичный. Но, конечно же, вы можете дополнить и своим уже имеющимся тюлем. Но согласитесь, когда мы видим такой тюль и такие портьеры, это действительно изысканно, роскошно и торжественно. Вот именно это эталон красоты вашего дома.